В этом году клубные работники района Басарабяска отметили Национальный день культуры достаточно скромно, без песен, плясок и пышных застолий. Праздничное мероприятие было организовано в зале заседаний районного совета. Как отметил председатель района Басарабяска Николай Киндигелян, несмотря на множество проблем, работники культуры продолжают творить и дарить людям радость. Каждый внес свою особую лепту именно в развитии, в культурном развитии нашего района Басарабяска. Объективно сказать, я хочу сказать, что это тоже далеко-далеко не просто, потому что есть моменты и финансовые, есть моменты и материальные. Совместно нам что-то удалось, совместно есть проблемы, которые мы их не решили. Спасибо вам за то, что мы всегда понимаем друг друга. Поэтому спасибо вам за работу. С праздником вас! Хочу поблагодарить артистов, которые принимают участие во всех мероприятиях. Это господин Николай, госпожа Людмила и госпожа Елена. Без них мы ничего не можем сделать. Я вас поздравляю, желаю успехов и чтобы вам всегда громко аплодировали. В ходе праздника лучшие деятели культуры были отмечены дипломами и денежными премиями от районного совета. Долгожданный подарок получил и отдел культуры Басарабяска. Отделу культуры, значит, ноутбук для того, чтобы вы смогли исполнять свою работу. Спасибо большое. Да, это спасибо. Все для нас. Несмотря на праздничное настроение, клубные работники говорили и о насущных проблемах. Сейчас во время информационных технологий молодежь не особо желает посещать дома культуры, говорю вам честно. Я являюсь учителем музыки и руководителем некоторых кружков. Дети записаны в кружки, но они их посещают без вдохновения, как было раньше. У нас много коллективов в Доме культуры, но зимой репетиции проводятся в холодных залах. Ни одно помещение не отапливается. Мы благодарим детей, которые, несмотря на такие условия, все равно приходят на репетиции. Национальный день культуры был учрежден в апреле 2012 года для продвижения достижений национальной культуры и творческих личностей из всех областей искусства.